так. Еще одно видео. Мы будем сейчас показывать, как с обычного телефона Galaxy Note 3 будем воспроизводить видео с телефона по Wi-Fi. Так, что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать точку доступа на этом телефоне. Вот он, модем точку доступа. Вот. Соответственно, на магнитоле нужно настроить, то есть принять эту точку. Вот, Android App подключен. И включить режим DLNA. Вот. И что в итоге? Мы заходим просто, например, телефон еще никуда не подключен. Вот. Все пусто, все по воздуху. Нажимаю на видеоплеер. Ну, открываем видео какое-то из моих. О. Сделать более лучший обзор, чем вчера. Ну вот. Ну. Мотать и... можно, интересно? Да, можно. Нажимаем. Даже можно уже телефон чуть подальше убрать, там, или вообще его так закрыть. Такое поставим. Видео по воздуху работает. Угу. Так. Ну давайте. Вот, соответственно, вот тут. Мой ребенок катается тут. Видео Full HD, сразу говорю, поэтому так слегка обрабатываю. Ну вот, как-то так. Как там его? Что тут еще можно? Ну вот он, можно выйти полностью. Так, вот, нажимаем сюда. Два. Артём, сюда шагай. Артём, сюда иди. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, раз. Раз, два. А руку делай, руку. Ну вот и все. Делай руку. Всем спасибо.